Сборная Казахстана по футзалу сыграла первый товарищеский матч перед чемпионатом мира в Узбекистане. В Астане соперниками подопечных КК выступила национальная команда Таджикистана, которая занимает 55-е место в мировом рейтинге. Первый тайм остался за гостями. Они опасно атаковали. Отлично себя проявил Игита. На второй ворота хозяев вышел Нарун Сириков, и они пошли в атаку. Активнее создавали ряд моментов. Мержан Уразов, Даурен Турсагулов, Якжоу Дарибай принесли им крупную победу 3-0. Уже завтра сборные Казахстана и Таджикистана проведут повторный матч.